Увеличат производство. Во время рабочей встречи губернатор Самарской области и президент нефтехимического холдинга «Санарс» Игорь Саглаев обсудили перспективы развития предприятия. Говорили о том, что было сделано в 2012-м и намеченных планах. Напомним, еще недавно это предприятие было на грани разорения. С приходом нового руководителя оно получило второе дыхание и вышло из предбанкротного состояния на прибыль. За прошлый год производственная деятельность «Санарс» увеличилась на 120%. Итоги у нас весьма позитивные. За 2012 год у нас практически вдвое увеличилось промышленное производство, оборот холдинга. И рост около 50% планируется в этом году дополнительно. Также, по словам президента компании, к 2018 году будут построены новые производства, что обеспечит работой тысячи человек. Для обеспечения необходимыми энергетическими мощностями в ближайшее время холдинг приобретет Новокуйбышевскую ТЭЦ-2. Николай Меркушкин подчеркнул, что областное правительство окажет необходимую поддержку в реализации проектов.